Больная ходит, так, это шаман, правильно? Это шаман. За 4 маны. За 4 маны 5-7. 2 СПД, 2 перегрузка. Это что, хуесос за 4 теперь? Был хуесос 7-7, теперь стал хуесос 5-7. 2 СПД, 2 СПД, 2 СПД шаману, 2 СПД шаману, 2 СПД шаману, 2 СПД шаману. 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 Неплохо звучит, псевдо неплохо звучит, скорее всего 4, прям и бой не назвать, но уверенная карта. Это реально уверенная карта, 4. За 5 маны призывает двух духов волка 2-3 с провокацией, если вы взывали дважды, они получают плюс 3-3. 5-6, 2 таунта, 2 таунта 5-6, 2 таунта 5-6, если вы взывали 2 раза. Звучит сильно. Там в связанных картах нажми на коварство Галакронда. Сейчас, секундочку. Я типа даже не понимаю, о чем ты попросил, если честно. Сейчас, секунду. По поводу типа вот этого взвыва, как я понял, типа в 2 раза до 5 хода взвать нетрудно, а на 5 ход высрать 2 таунта 5-6 это сильно. Вот. Поэтому, блять, это 5. Это 5. Это для шамана 5. Я думаю, что это 5. 5. Сильная карта. Замораживает противника, вы взываете Галакронду. Типа, взвать его нетрудно. Ну, это, скорее всего, карта не будет играть отдельно в деке. Если рандомно откуда-то ее получить, это круто. Ну, я не верю в такую карту. Галакронд, Бруевестник. Так. Ярость Галакронда. Связанные карты, ялость Галакронда. А, типа, там мобилка меняется. Призывает элементарий 2-1 с натиском. Знаете что, надо опять предложку зайти и посмотреть, что там за Галакронды. Там по-любому опять накидали всякой хуйни. Этот дебил, блядь. Бля, насколько нахуй больные люди есть? Что просто пиздец. Там просто такие картинки были скинуты, которые нахуй даже в интернете искать бы, я не знаю. Типа, даже в интернете, блядь, искать такое противно было бы. Так, вот чел скинул. Бюджетный вариант картинки. За 7 маны призывает 2 бури 2-2 с натиском. 2 воззвания до улучшения. Уровень 2. 2 бури 4-4. Уровень 3, 2 бури 8-8, снаряжает оружием 5-2. Чё, блядь? Чё, ебать? Не может, я не верю в это. Чё, блядь, не может быть. 2 натиска 8-8, оружие 5-2, вы чё, ебанулись? Не может быть такого. Такого не может быть. Такого не может быть, вы чё, не может быть, я не верю в это. Это реально правда, чат, я не верю в это, блядь. Типа 2 натиска 8-8, оружие 5-2, блядь, вы чё, не может быть такого. Это 6 нахуй, это 6 звезд. Григорий Цаль. Бля, это просто пипец. Это очень сильно, это очень сильно. Если бы они просто были, типа, две бури, просто 8-8, наверное, это было бы еще не так страшно. А, блядь, с натиском вы ставите, типа, ремуваете и при этом занимаете стол. Это 5, это сразу 5, без вариантов 5. С учетом того, что как воззвать легко, это точно 5. За 1 ван все ваши существа получают плюс 1 перегрузка. Какой-то токен шаман, ну, наверное, не очень. Наверное, не очень. Не нравится карта. 3. За 1 маны 1-3. Плюс 1 к атаке, пока у вас есть перегруженные кристаллы маны. Ага. Ага. Сюда говно, блядь. Сюда говно. Ща. Где, блядь, это... Где это дерьмо? Что это за дополнение было? Где... Ща. Типа... Этот трог был имбой. Это забаланшенная версия.
При этом она имеет статы 1-3. Как я уже говорил, за 1 маны имеет статы 1-3. Это уже по факту 5 звезд по силе карты. С учетом того, что тут еще синергия на перегрузках есть, скорее всего, это, ну, это сильная карта, просто невероятно крутая. При этом она комонка. И это тоже комонка. То есть, блять. Это фри-ту-плей, блядь, будет какая-то колода на агро-шамане, блядь, для чисто работяг, как был агро-хантер. Ну тут, блядь, это все видно, короче, даже по стоимости карт. Можешь сказать, что я брежу, но это очень сильная карта. Очень сильная. Да, она не такая сильная, как Трок, типа, но она сбаланшена. За 5 маны 3-3 вы дважды взываете Глокронду. За 5 маны 3-3, типа, двойной... Ну, я не вижу в этом смысла, потому что, как бы, ограничение есть по взвыву, да? То есть, там, 2 взвыва надо сделать, чтобы максимально получить Глокронда. То есть, скорее всего, в этой карте просто нет необходимости. Имха. Барабым. Барабым. Бля, Багургл, Барабым. За 5 маны 5-5. Находясь в руке, каждый ход превращается в 5-5 копию случайного легендарного существа. А, 4 взвыва нужно. Ну, 4 это небольшое отличие от 2. Типа, ну, на, как бы отличие, но небольшое, anyway. Без разницы. Находясь в руке, каждый ход превращается в 5-5 копию случайного легендарного существа. Ну, это типа как карта для Трольдена явно, но... Насколько она ОП, я не знаю. Типа, какие можно легендарки захайролить? Окей. Допустим... Легендарная. Просто вот откроем все легендарные карты, которые есть конкретно на данный момент, и посмотрим, что мы хотим ролить. Не хотим, нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет. Ну нет, окей. Кинария хотим, да. Да, нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, да. Да. Нет, нет. Ну, на рубль, типа, такое. Ну, тоже нет. Ну, токи, типа, на... Такое, короче, типа, среднее. Наверное, да, наверное, нет. Нет, да. Нет, нет. Конгор, типа, да, с бабл 5-5. Нет, нет, нет. Да, нет. Ну, Шервал 5-5 с натиском хилом, наверное, да. Ну, короче, типа... Дальше можно не продолжать, потому что дальше в таком же духе будет. То есть нет-нет-нет, да, нет-нет-нет, да. И то есть по факту где-то ролл хорошей карты, условно, там, 30%. Хороший, конкретно хороший. Не вижу в этом смысла, вообще не вижу смысла в этой карте. Но она типа слишком рандомная. Не, не нравится. Может быть будет играть, но не нравится просто. Призывает 2 яйца 0-3, на следующем ходу из них появляется дракон 4-4 с натиском. За 6 маны 5-5, плюс еще 8-8 с натиском. 13-13 по общей сложности, да? А у меня вопрос, она типа призывает 2 яйца 0-3, если их разбивают, типа, за ход, как они вылупляются, там даже тоже 4-4 будет, правильно? Прикольная, кстати, карта. Типа, довольно-таки интересная, потому что она спамит говно, а обычно карты, которые спамят говно, они сильные. Типа, не знаю, насколько она будет сильная и какая будет мета, но где-то 4, наверное. В начале вашего хода превращается в штормового дракона 4-4. А если это яйцо разбить, он что, не превратится, что ли? А, подожди, если он... Если это яйцо убьют... Если это яйцо убьют... То это уже может быть не так сильно. Возможно, его просто на пустой стол можно ставить, но... Блять, такое что-то. Хотя даже с другой стороны, если на пустой стол поставить и даже одно яйцо заберут... По факту, лишний 4-4 с натиском это не так плохо. Сейчас я БРБ схожу. Это неплохая, на самом деле, карта.
Я тута. Ну так вот, типа... И даже если одно яйцо остается, эта карта уже реализовывает себя. Если, конечно, убивают два яйца, ну мы просто не будем ставить под такую ситуацию, когда может убить два яйца, правильно? Но с другой стороны, вопрос, насколько это часто будет случаться. Типа, халдить на шестую... Ее хочется в идеале на шестой ход ставить, чтобы максимальный вэлью реализовать. Если ее халдить, ну, не знаю, на четверку точно, на четыре точно. Возможно, для арены имба. Но это легендарка все-таки. Не знаю, четыре. Все это прикольная карта. За 5 маны 5-5. Если у вас есть перегруженные кристаллы маны, наносит 5 ниц урона. Ебать. За 5 маны 5-5 с батлкраем на 5 урона. При этом, как бы, перегрузить кристалл, как мы знаем, это не так трудно. Это 5. Это пятерка. Везде пятерка. Что в статах, что в оценке. Мне нравится. С учетом того, что их можно положить 2, и с учетом того, что они стоят эпическую кристалл маны. Да-да, это 5. Это 5. Наносит 4 единицы урона выбранному существу. Если у вас в руке есть дракон, также наносит урон соседним существам. Соседним существам. Что, бля? 12-12 за 3. Подожди, это дракон? Это дракон, ебать. Это типа, ну, 12 урона, блядь. 12 урона за 3 маны, что? То есть под этот тем это 15. 15 урона. Это 5. Это точно 5, с учетом того, что можно 2 копии положить. У шамана очень уверенные, типа, карты. Охотница хорошая, хорошая. Стая хорошая. Галакрон самый пока сильный. Буря это новый трок, только забаланшенный. Нихтык тоже нормальный. Грозовое облако тоже, ну, типа... 5. И грозовое дыхание 5. Получается, нитхи гг. 4, 5, 5, 4, 5, 5. Остальные карты, ну, такие неуверенные. Чернокнижник. За 1 маны наносит 1 единицу урона всем персонажам. За 1 маны наносит 1 урона всем персонажам. Бля, звучит на самом деле неплохо. Как ни странно, прикольно. Ну, типа, это как бы вихрь, да? Вихрь. Но у варлока. Варлоку зачисток не хватает, если что. Поэтому 4. 4 точно. Наносит 1 единицу урона случайному существу. Эффект повторяется за каждую карту у вас в руке. Какая-то хуйня. Наносит 1 единицу урайному существу. Эффект повторяется за каждую карту у вас в руке. Какая-то хуйня, не знаю, не нравится. За 8 маны 4-12. Когда ваш герой получает урон, призывает дракона пустоты 6-6. Дракон. Шесть маны, 6-6. Насколько сильно табнуться, типа, на 10 маны и призвать 6-6, поставить 4-12? Не знаю. Это точно 4. Вопрос, насколько будет сильный варлок. У него, типа, проблемы с хилом. Не знаю, типа, 4. Пока что 4. Не буду ставить 5, пока не нравится. На 5 не нравится. За 7 маны 4-4 увеличивает вместимость вашей руки до 12 карт. Вы берете 4 карты. Увеличивает вместимость вашей руки до 12 карт. Чё, бля? Уникальная какая-то механика, чи как? Вместимость вашей руки до 12 карт. Окей, зачем? Валдрис. Это, кстати, реально доэдра из Скайрима какой-то. Валдрис. Валдрис это как Владислав, только Валдрис. В-Э есть, а Вла...
Владис, блядь. Реально Владислав. Великан за один. Ну, бля, типа, новая механика круто, добор круто. Вопрос, зачем? 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 В лесу тоже можно срать вместо того, чтобы срать дома. Зачем? Не знаю. За 6 маны 2-2 призывает демона с провокацией, характеристиками, равными количеству карт у вас в руке. Это чё, блин, Рафлан... Рафлан этот, хендлок? Проблема хендлока заключается в том, что у варлока нету хила. И только поэтому варлок не играет до сих пор. Вот. Только поэтому. Всё. Типа хендлока, если был бы Рено старый на хил, окей, скорее всего, это было бы все неплохо. Старый Рено, вот это все говно, вот этот вот добор до 12 карт, призывательница, Рено от хил, да, но без хила это все не работает. За 5 маны 5-5 наносит 3 единицы урона всем прочим персонажам, если у вас в руке есть дракон. За 5 маны 5-5 плюс Hellfire. Это уверенный, нормально. Это как Инфернал за 7 маны, который был 6-6. Только дракон за 5 маны 5-5. Это сильнее, чем Инфернал. Это сильно. Сильно. 5. Сразу 5 ставлю. За 2 маны наносит 2 единицы урона, если у вас в руке есть дракон. Вместо этого наносит 4 единицы урона с похищением жизни. Ага, хил появился, да? Хм. Бля, что-то прикольное, типа псевдоприкольное, интересное вырисовывается, но... Вот это замена оберега. Это замена оберега, потому что слишком ОП был оберег. А вот эта штука, возможно, даже сильнее оберега, кстати говоря. Потому что она стоит 2. Это важно. Она стоит 2, и ее не нужно активировать как оберег. То есть проблема была оберега в том, что если вы не нашли его на старте, то потом вы его маловероятно раскачаете, потому что кобольдов отдаете, хеллфайр отдаете. Оберег не прокачается. По факту здесь пассивный нужен эффект, просто чтобы у вас был в руке дракон. Типа за 2 маны 4 урона с лайфстилом, это вообще пиздец как сильно. И, кстати, возможно, благодаря этой карте какой-нибудь хендлок и будет существовать. Потому что в хендлоке играются Twilight Drake, каких-то еще драконов можно положить, чтобы это дыхание чаще работало, там условно 6-8 драконов. Окей, тогда забираю свои слова обратно. Вот эта карта, возможно, изменит, типа, надобность рано, я бы сказал. Потому что, по факту, она хилит 4 урона, при этом она наносит 4 единицы, то есть она хилит не на 4 хп, а на 8. Или даже больше, потому что смотря какое существо мы убьем. То есть поняли? Нужно мыслить не от того, что она хилит вас на 4, а еще одновременно и убивает существо. Если она убивает существо, значит оно еще вас хилит больше, потому что это существо пошло бы вам в лицо, поняли? То есть это очень сильная карта. Это, блядь, одна из самых сильных карт, которые я вообще видел сейчас за весь обзор, кстати говоря. Это вообще 6 звезд. Мне очень нравится. Вопрос типа, как она будет играть и будет ли играть именно Варлок. За 4 маны 5-4. Если вы взывали дважды, вы берете 3 карты. Бля, была бы эта карта 4-5. Ну, 5-4 вообще, блядь. Эти статы, конечно, уклон атаки, а не хп, мне прям вообще всегда калят. Ну, наверное, это неплохо. Опять же, вопрос, насколько сильный хендлок будет, если он будет. Все. Ну, прикольная карта. Пока что 4. За 3 маны вы взываете Галакронду, ваши существа получают плюс 1 к атаке. Ну, это сразу помойка, потому что, ну... Типа, за 3 маны, если бы давало по 2 атаки, наверное, было бы ок. За 1 маны, блять, одну атаку, это даже не 1-1. Не нравится. За 3 маны 1-1 вы взываете Галакронду, получает плюс 1 к атаке за каждое другое ваше существо. Получает плюс 1 к атаке, то есть существо будет 10-1. Понимаю, ну так, образно. Ну, какие-то слабые взвывы у Варлока. Глакрон проклятый. Так, надо посмотреть, что там за Глакрон. Сейчас. Эвейдим члены. Эвейдим члены, чат. Блять. О, Глакрон проклятый. Так. За 7 маны призывает случайного демона до вызывания... До улучшения...
Призывает двух случайных демонов. Призывает четырех случайных демонов. Снаряжает оружием 5-2. Хм. Призывает четырех случайных демонов. Ну, допустим. Допустим. Окей. Демон. Сколько всего демонов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Всего 15 демонов. Каких мы хотим получить демонов? Сколько их из 15? Раз, условно, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 из 15 это, ну, вообще даже 8, потому что 3-5 тоже норм. То есть 8 из 15 это, ну, можно округлить, короче, половина. Половина демона. То есть в среднем эта карта должна прокать на 2 хороших, 2 нехороших. А, еще не... А, кстати, нейтральный, точно же. А-а-а! 16, 17, 18, 19, 20... А-а-а! 21, 22, 23, а-а-а! 23. Там было 8, 9... Ну, 10... Блять, 10 из 21. Ладно, короче, просто округляем, округляем. Утрируем. Половина демонов. Ну, короче, даже с нейтральными это половина демонов. В среднем у нас будет прокать 2 хорошего, 2 плохих. Типа, скорее всего, чаще будет 3 плохих прокать, 1 хороший. Но это все равно на самом деле неплохо, потому что это 4 разных существа за одну карту. С учетом того, что у нас еще меняется билка под нормальную, типа. То есть какого-то псевдозулока можно собрать на Голокронде, и это, возможно, будет работать. Типа, это звучит неплохо. Слушай, блять, каждый Глокрон Т3 типа уровня дает пушку 5-2. Это прям, ну, нереально сильно. И еще, блять, 5 армора сверху каждый Глокрон. Это прям, блять, это очень сильно. Мне нравится варлоковский Глокрон, сильный очень. Тут демонов больше не добавили, да, тут демонов нет. Ну, короче, половина демонов в среднем будет хорошая, половина нет, все. С учетом того, что он дает 5 армора, с учетом того, что он стоит 7 маны, с учетом того, что это одна карта, с учетом того, что дает оружие, это хорошая карта. Who next? Воин, ебать, сюда, воин! За 2 маны 1-2 вы взываете Голокронду. За 2 маны 1-2. За 3 маны вы взываете Голокронду, наносит 1 урона всем существам. За 3 маны заставляет существо атаковать одно из соседних существ. Ну, понял. Глайдер на минималках или что? Заставляет существо атаковать одно из соседних существ. Ну, выглядит... Ну, опять супер ситуативная карта. Очень ситуативная. За 1 маны 1-2 вы кладете в руку случайного пирата. За 1 маны воздушный налетчик. За 1 маны 1-2. Пират. Случайного пирата. Ну, статы у него, конечно, не 1-3. Но если мы говорим про агро-деку, 1-2 это тоже сильно, с учетом того, что она дает ресурс. Ну-ка, пират. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хм. Прикольная карта, пятерка по-любому. Летучая баржа. За 3 маны 2-5. После того, как вы призываете пирата, наносит 2 единицы ресурса. А-а-а, ну я понял, я понял, я понял. Я понял. Типа, фейс-воин на пиратах, да? После того, как вы призываете пирата, наносит 2 единицы урона случайному противнику. Я понял, я понял, я понял, я понял, я понял. Вот под эту музыку будем, блять, играть. В эту хуйню теперь. За 3 маны 2-3. Вы кладете в руку прихвости, получаете 3 к броне. Ебать! За 3 маны 2-3, которые дают прихвость, не 3 армора. Ебать, для КВ вообще топовая карта. Ебать, сюда Картур Воин. А, у КВ же не уходит ДК, правильно? По факту КВ может ебать всех, на самом деле, все эти Глокронды и так далее. Без ростов КВ может ебать всю эту парашу. Вот это очень сильная карта. Это типа прихвостень, 3 армора и 2-3. Это очень круто. Это 5.
За 3 маны 3-2. Натиск боевых клич, если вы вызывали дважды, призывает 2 копии этого существа. Если вы взывали дважды, призывает 2 копии этого существа. За 3 маны 9-6 с натиском. 9-6 с натиском. Можно как-то... можно как-то забафать. Какие карты есть вообще в ладере на забаф руки, кроме паладина? Алла, не забывай, что в звоне также активирует силы героя Галакронда. Та есть баф Варлока на плюс 1 к атаке, призывается также 2 бесов. А в звоне шамана призывают Элема 2-1. Ну да, я забываю про это, но даже... я понимаю. Просто нужно понимать, что... даже без этих обилок, те карты, конкретно те Галакронды, очень сильные. Типа, а с этим они еще сильнее, как бы, ну, вот и все. Какой нахуй КВ там карта армор снимает? Подожди, блядь, подождите. Вы, блядь, не торопитесь, блядь, так было. Вестник Разрушителя, я не знаю, можно ли как-то забафить карту в руке. Но выглядит она неплохо, вопрос, насколько сильный Галакронд Увара, я его не видел. Сейчас оценим. Легендарный якорь. За 3 маны 2-3 после того, как герой атакует, вы берете пирата из колоды пирата. Как wait. Какой нахуй, блядь, легендарный якорь, блядь? Какой, блядь, какой легендарный якорь для вара? Вы что, долбоёбы? Кто это создал? Я думаю, что это не такая сильная карта, как на самом деле все на нее дрочат, не. Не такая сильная карта, чат. Ну, без рофлов не такая сильная карта. Типа на четверку, но не на пятерку, явно. Наносит 5 ниц урона выбранному существу, если у вас в руке есть дракон, получает плюс 5 к броне. Ебать, контроль Dragon Воин за 4 маны, 5 выбранному существу, если у вас в руке есть дракон, вы получаете плюс 5 к броне. Ебать. Это очень сильная карта. За 4 маны практически фаербол, еще и 5 брони против агродеки, прикиньте. Это очень сильно. О! Так, надо теперь посмотреть Галакронда. Сейчас в предложку зайду. Здесь у членов нет. Я же включил. Да, выключил. Ой-ой-ой-ой-ой. Про картинка Галакронда от воина здесь. Ой, блядь. Диаболик, ты вообще это... ты вообще видел, что чел накидал предложку с нового аккаунта? Я его сейчас тоже зарепорчу, 60 секунду. Пожаловаться на страницу. Кидает картинки Кала и членов, членов в группу. Пожалуйста, примите меры. Благодарю. Закрыть Даниле доступ к моей странице. Сообщите нам причину, по которой страница Данила должна быть заблокирована. Рассылка спама. Иди нахуй, блядь. Пиамусор ебучий. Так. Долбоебом решили. С дауном порешали. Король багургал. Так. Открываю. Не за что, Влад, оцени фамилию. Так, первая форма. Добор существа, бафа его плюс 4-4. Вторая форма. Добор двух с бафом 4-4. Третья форма. Добор четырех существом с бафом 4-4 и коготь 5-2. Вы получаете плюс 3 к атаке до конца хода. Чё, блядь? Жирный, заебал жрать чипсы. Убери чипсину со своей сиськи. Смарк в чат. Какая, блядь, чипсина? Нету чипсина, не пизди. Крошки, бля, выкину. Смотрите, обилка Галакронда говорит о том, что вы получаете плюс 3 к атаке до каждого хода. Каждый раз, когда вы его взываете, вы получаете 3 к атаке до конца хода. То есть вы можете взывать и взрывать. Ебать! Это очень сильно, типа...
Последняя форма добирает 4 существа с бафом 4-4. О, блядь. Это Hero Strike бесплатный, по факту. Бля, ну только не говорите, что это говно будет на агровоине. Блядь, ну пожалуйста. Говорите, что это, блядь, агровоины. Ну это, ну, это не может быть ниже 5, очевидно. Это не может быть ниже 5. Просто на фоне остальных, типа, галакрондов, этот вар, скорее всего, один из самых сильных. Типа, шаман, воин и варлок. Это самые сильные галакронды. Возможно, варлок самый сильный, потому что он спамит бесов. Ну, типа, вар будет сильным, потому что он, типа, агрессивный. Но вопрос, будет ли ему хватать урона запушить быстро или нет. Ну, это пиздец, вот это сильно. Очень сильно. Самое что интересное просто, что реально можно агровоина собрать будет и разломивать кабины. За 8 маны 12-12 боевой клич атакует всех других существ. Атакует всех других существ. За 8 маны 12-12. Ну типа... Что значит атакует всех других существ? Это значит, что если у противника есть два существа, у вас есть одно существо с общими статами, эти все три существа имеют 10-10, он затрейдит всех существ и выживет с двумя хп. Ну, какая-то ситуативная карта, не знаю. В теории, как ремувал, можно использовать неплохо, да. Наверное, это даже неплохая карта, как ни странно. Причем она, блядь, за 8 маны! Кстати говоря! Эта хуйня стоит 0 маны. 8 маны стоит. 8 маны. 8 маны это стоит, поняли? Или нахуй не слышите? Уничтожает существо и заменяет его двумя случайными за ту же ману. 8. Поняли, блядь? Закономерность или не поняли? Поняли, нет? Ну так вот. Я вам говорю, что, блядь... Типа, Конжур Маг вернется. Я вам, блядь, жопу ставлю свою просто, что он вернется. Он просто будет ебать так же, как ебал на первом сезоне Грандмастера. Один в один. А просто, типа, сможет ли его задавить Фейс Воин, я в этом сомневаюсь. Ну, Вар меня порадовал. Вот эта карта меня порадовала. Вот эта псевдоприкольная. Да, ну, так-то псевдоприкольная, реально нормально. Вот это очень сильная для КВ. Ну, на самом деле, КВ больше не надо. У КВ, по факту, есть просто бум, который генерирует бесконечные ресурсы. И, в принципе, больше ничего не надо. Вот. Го к нейтралочкам.